В Новый год я себе позволил сделать такой дорогущий для меня подарок. Вот этот золотой карандашик. Он золотой не только по цвету, он золотой еще и по цене. Ой, назвать даже страшно. 600, что-то 80 рублей он стоит. Ужас просто. Ну, бывают у меня такие прихоти. Я сэкономил на водке и на шампанском, короче говоря. Ну и вот, о секрете. Вот тут видно уже. У него колпачок есть, об этом мало кто знает. Кстати говоря, мало кто пользуется. Этот колпачок, как и у его младшего брата 2-миллиметрового, у этого 5-миллиметрового, точно так же работает, как заточка. То есть туда можно вставить стерженечек и заточить. Кроме этого, второй секрет. Я этот карандаш использую как пенал для нескольких стержней. Обычно у меня там, вот как вы видите, лежит белый мел 5-миллиметровый, сангина тоже есть такая же, такие же стержни продаются, и черный, либо уголь, либо черный карандаш, либо обычный графит 5-миллиметровый. Вот, и удобство в том, что этот колпачок, который мало кто использует, в общем-то, всегда под руками. И можно затачивать. Правда, конус для меня слишком небольшой. Я люблю более острые конусы. Но так или иначе, можно использовать. Ой, недостаток, конечно, вот сразу видно. Графит, конечно, сыпется где только можно и пачкает все, что можно. Но если вы работаете на улице, если вы работаете в помещении, где есть урна там или еще что-то, ну вот над столом такое делать не рекомендуется, как я сейчас делаю. Ну и рисовать, соответственно, можно разными штрихами, и остренький кончик всегда, так сказать, под рукой. И примерно сантиметровой ширины штрих может быть. И если вынуть короткие стержни или положить их там, то можно делать стержнем 2-3 сантиметровые штрихи, или уже, по сути дела, пятна получаются. Ну и еще совет. Этот карандашик у меня не первый, а предыдущий я покрыл акриловой краской с помощью губки. Поскольку вот эта фактура, она хоть и красивая, золотая, но в руке скользит. Я не знаю, буду ли я этот таким образом покрывать, но это оказалось очень удобно. Во-первых, акрил очень крепко держится. Во-вторых, с помощью губки я сумел воспроизвести достаточно шероховатую поверхность. Карандаш, обработанный таким способом, ну, приобретает очень такое полезное качество и даже эстетическую красоту. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать и показать. Может быть, это кому-то будет полезным. Рисуйте разными карандашами, разнообразными штрихами. Всего доброго. С Новым годом!